специальная медитативная практика осознанности, которая направлена на улучшение концентрации внимания, избавление от дискомфортных чувств, а также помогает войти в особенное состояние. Выберите место, где вас никто не сможет отвлечь от данной медитации. Попросите, чтобы вас не беспокоили. А теперь расположитесь удобно, лучше всего горизонтально или полулежа. Закройте глаза и сосредоточьтесь на своих внутренних ощущениях. Все внимание внутрь. При необходимости расположитесь еще удобнее. Хорошо. Где внимание, там и расслабление. Ощутите границы своего тела и его объем. Здесь и сейчас абсолютно безопасно и спокойно. Если вы заметите, что ваше внимание переключается на мысли, образы, звуки, просто верните его в ощущение и оставьте там. Почувствуйте, насколько удобно расположилась ваша правая нога. Левая нога, правая рука, ваша левая рука, туловище, также голова. При необходимости расположитесь еще удобнее. Вы можете заметить, что в таком удобном положении легко расслабляться. По завершению практики вы откроете глаза. Голова будет ясная и свежая, а все тело отдохнувшее. По мере того, как вы сейчас слышите мой голос, посторонние шумы, стресс, звуки постепенно отступают в сторону, и вы погружаетесь во внутренний мир. Мир телесных ощущений, эмоций и чувств. Дыхание ровное, спокойное и незаметное.
настройтесь на непосредственное осознанное восприятие. Начинаем расслабление с ног. Сосредоточьте внимание на правой ноге. Расслабляется стопа. Голень. Бедро. Теперь внимание переносится на левую ногу. Расслабляется стопа левой ноги. Голень. Бедро. Приятная волна покоя и тепла начинает захватывать обе ноги. Внимание переносится выше. Расслабляются мышцы живота. Поясница. Груди, спины, хорошо. А теперь направьте свое внимание на правую руку. Расслабляется большой палец. Указательный. Средний. Безымянный палец. Расслабляется мизинец. Расслабляются ладони правой руки. Предплечье. Плечо. А теперь сосредоточились на левой руке. Расслабляется большой палец. Указательный, средний, где внимание, там и расслабление. Безымянный. Мизинец. Расслабляется вся ладонь.
предплечьем. Плечо. Хорошо. Со временем вы заметите, как правая и левая рука становятся все более легкими, невесомыми и как бы исчезают из ощущений. Теперь сосредоточьтесь на лице. Все мышцы лица расслабляются. Разглаживается кожа лба. Расслабляются уголки глаз. Замирает движение век. Расслабляются жевательные мышцы. Губы. Подбородок. Подбородок даже слегка отвисает. Выражение лица становится умиротворенным, как у спящего человека. Но вы при этом не засыпаете. И сейчас приятное расслабление разливается по всему телу с ног до головы. Возникает ощущение, что тело теряет свой вес, как бы погружаясь в теплую воду. Это и есть состояние расслабления тела. Запомните ощущение этого приятного, расслабленного состояния. Это чувство покоя может быть также связано с приятными моментами в вашей жизни. Память. Возможно, сейчас всплывают эти приятные переживания, эти воспоминания. Насладитесь этим приятным состоянием покоя. Также постарайтесь запомнить эти ощущения этого приятного, спокойного состояния. По мере достижения состояния расслабления и покоя, вы можете заметить, как ваши мысли замедляются. Возникают паузы, просветы, промежутки между ними. Время от времени появляется удивительно приятное ощущение безмолвия, ума и внутренней тишины. Время как бы останавливается. В
подобно тому, как рассеиваются облака, и появляется бескрайнее голубое небо. Безбрежная гладь океана, бесконечно заснеженные равнины, чистый лист бумаги. Хорошо. Ваше тело засыпает. Ваше тело засыпает, а сознание остается активным, ясным и чистым. Вы как бы здесь, не здесь. Часть сознания как бы отстраняется от тела и наблюдает за ним со стороны. Возникает состояние отстраненности и наблюдения. Вы ничего не ожидаете, не желаете, а только наслаждайтесь этим необыкновенным внутренним комфортом. И все глубже и глубже погружайтесь в это необыкновенное, удивительное, чудесное, неповторимое, фантастическое состояние, в котором все возможно. Хорошо. Сознайте того, кто это наблюдает. Вы наблюдатель одно и то же. Попробуйте найти центр восприятия всего. Есть ли этот центр? Если вы достаточно внимательны, вы обнаружите, что такого центра нет. Нет никакого центра. Также нет никаких границ. Прямо сейчас вы не можете найти свои границы. Словно некое особенное пятно, некий шар энергии. И в нем тоже нет никакого центра и нет никаких границ. Он словно растворен.
Теперь обратите внимание на дыхание. Прямо сейчас настройтесь на непосредственное восприятие. Дыхание воспринимается как плавная смена двух ощущений. Есть ощущение на вдохе, которое без особой паузы переходит в ощущение на выдохе. Дыхание обычное, автоматическое и являет собой плавную смену двух ощущений. Просто осознанно созерцайте эту смену ощущений, не прилагая усилий и не напрягаясь. Просто созерцайте. Здесь и сейчас абсолютно безопасно и спокойно. Осознайте, что вы есть, и в этом нет никаких сомнений. Не нужно пытаться это понять или думать об этом. Просто настройтесь на этот факт. Это прекрасно. Я существую. Вы просто есть, и вам легко и просто сейчас. И для того, чтобы быть, вам не надо личность, имя, форму, социальный статус. Вы существуете, даже если вас никто не знает, и без каких-либо характеристик. Вы не можете пропасть. Вы есть всегда. В этом чувстве все равны, и это чувство стабильно, и оно всегда вместе с вами. И это состояние будет ощущаться вами все чаще и чаще, по мере того, как вы будете практиковать эту медитацию. Теперь вы можете открыть глаза и обнаружить внешнее пространство. Оно бесконечное. Сейчас вы ощущаете свое тело как внешнюю оболочку. Есть оценка внешнего пространства. И сразу включается особенное чувство, что я не просто так здесь. Я здесь для чего-то. У вас есть свое тело, имя, ваш социальный статус и так далее.
находитесь в процессе получения бесценного опыта, находясь в этом внешнем пространстве. При этом вы есть, наблюдая и ощущая других людей, эмоции, процессы вашей жизни, свои ощущения. Хорошо. Тело начинает наполняться энергией, постепенно возвращаясь в активное и бодрствующее состояние. Продолжайте осознавать себя здесь и сейчас и дальше, занимаясь своими делами. Чувствуйте себя прекрасно, отдохнувшим, как будто после хорошего сна. С каждой этой практикой состояние расслабления достигается быстрее, становится глубже, комфортнее и устойчивее. Ваша концентрация и осознанность возрастает по мере того, как вы практикуете данную медитацию. Практика окончена.